Указом президента награждены все, кто трудился над Олимпиадой. Очень символично, что этот день, когда для нас с вами, для вас завершается Олимпиада, вы получаете свои медали, совпал с началом еще одного важного спортивного события, которое благодаря Олимпийским играм, благодаря вашему труду, Россия сумела завоевать право на проведение гран-при Формулы-1 России. Я очень рад, настал тот момент и час, когда практически все участники этого большого олимпийского проекта, который проходил на нашей земле, кубанской, получили по заслугам свои награды. Это история, это большая честь, это то, что вас будет всегда связывать с Олимпиадой, с этим уникальным, может быть, главным за последние десятилетия проектом нашей страны. Во многом именно потому, что удалось на высочайшем уровне провести Олимпиаду, сейчас в Сочи проходит и Формула-1, заметил Александр Ткачев.